Всегда на страже здоровья человека. 15 сентября свой профессиональный праздник отметили работники санитарно-эпидемиологической службы. Дата совпадает с днем основания ведомства. В этот день лучшим сотрудникам ведомства вручили награды. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя. Созданный 99 лет назад, в 1922 году, государственные санитарные органы с первых дней работы стали важнейшей частью системы здравоохранения страны. Задача ведомства – охрана здоровья населения через призму экологии, условия жизни, труда и отдыха, рационального питания, то есть через комплекс социальных факторов. Юлия Ратушняк работает в Роспотребнадзоре уже 14 лет. Как рассказывает женщина, работу в ведомстве выбрала, потому что хотела помогать людям. Не лечить имеющиеся заболевания, а предотвращать их появление. То, что врачи делают, да, они уже занимаются последствиями того, что происходит в мире, да, в окружающей среде. А мы все-таки занимаемся профилактикой этого. То есть наша работа направлена на то, чтобы предотвращать распространение заболеваний, как инфекционных, так и соматических. Однако Роспотребнадзор – это не только сотрудники, которые проводят проверки в магазинах, местах общественного питания и других учреждениях. В ведомстве работают люди, которые обеспечивают, чтобы все проводимые процедуры были в правовом поле. А именно это юристы. Без помощи юриста фактически ни одна проверка не проводится. Мы сопровождаем, подсказываем, как правильно действовать в соответствии с законом, и чтобы исключить минимизацию каких-либо негативных последствий. В пандемию специалистов санитарно-эпидемиологической службы, как и у медиков, нагрузка существенно возросла. Сотрудникам одним из первых пришлось решать непростые задачи. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился губернатор Игорь Руденя. Мы сегодня чествуем людей, которые работают на самом переднем, на самом главном направлении, на самом переднем крае борьбы с самой, наверное, широко распространенной за последний век инфекции, которая буквально в считанные недели, в считанные месяцы поразила весь мир. Я могу сказать, что если бы не Роспотребнадзор, неизвестно, как бы мы прошли этот самый сложный период нашей современной истории. Со словами благодарности к сотрудникам службы обратился руководитель ведомства Арнольд Выскубов. Он поблагодарил коллег за самоотверженный труд, стойкость, которую они проявили в период пандемии. Я горжусь тем, что президент Российской Федерации, правительство, губернатор Тверской области высоко оценили вот уже нашу проделанную работу. И, естественно, это только способствует тому, что мы достигали новых вершин. Особенно хочу сказать отдельные слова благодарности. Это, конечно, ветераны. Именно мудрость, душевность, человеколюбие, сострадание, вот они являются для нас примером служения Отечеству. В этот день отличившимся сотрудникам службы вручили орден Пирогова, медаль Луки Крымского. Также работники ведомства удостоены почетных грамот благодарности губернатора Тверской области.